Вместо штрафа за нарушение правил дорожного движения грозит уголовный срок. В Сургутском районе у владельца буксируемого автомобиля изъяли 60 граммов запрещенных веществ. Дорожные инспекторы остановили машины за нарушение правил перевозки пассажиров. Но один из водителей начал нервничать, что и вызвало подозрение. Стражи правопорядка решили досмотреть его авто. В салоне они обнаружили свертки с неизвестным веществом. У задержанного также изъяли несколько телефонов и планшет с координатами закладок. Мужчина сознался и показал еще 8 тайников. Всего из незаконного оборота оперативники изъяли 60 граммов запрещенных веществ. 35-летний гражданин Республики Беларусь признался, что приехал в Сургутский район с целью сбыть продукцию. Сейчас он взят под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, части 3 статьи 228.1. Во время проведения следственных действий задержанный показал полицейским 8 тайников на территории района, в которых было обнаружено 76 свертков с наркотическими средствами.